Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Rail Nation. Так, у меня вообще звук игры есть? Есть. Да, сорян, что, по-моему, 2 дня уже не было, да, выпусков по Rail Nation. Ну вот теперь я наконец до нее добрался, тут уже у нас 3-я эпоха, или даже 3 дня, слушайте. Может быть. Ну, дело в том, что я вчера просто не был у себя в студии. Вот, не был занят, не получилось приехать, ничего записать. А позавчера я что-то залип в драйвер Сан-Франциско и прям весь день его пилил, запилил там больше 20 выпусков. Вот, так что, ну вот, как-то руки не доходили. Но вот сейчас, тем более, Rail Nation такая игра, знаете, в нее можно зайти там и приспокойненько дальше. Ну, в общем, зашел там, что-то сделал, и все, она как бы особо никуда не девается, да, времени много не требует, поэтому я как-то решил Ну, в общем, не то, что решил, а времени записать не было, а играть я это все время играл, то есть мой аккаунт был не брошенный, я он уже на 912 месте, потихоньку мы продвигаемся. Тут у нас в 3-й эпохе я уже открыл, ну, немножко... ну, вот этот первый поезд, да, Один, давайте ему, кстати, еще... очко исследований, точнее одно улучшение добавим. Ну, даже 2 очка исследований. Так, кстати, можно их теперь это самое, можно их теперь улучшить в том плане, что маршрут, да. А, мне же сначала их надо улучшить, да. Так, сейчас я их улучшу, куплю им этот дополнительный вагончик. Так, одному купил. И второму купил. Так, все есть. Блин, а я, кстати, зря это сделал. Я хотел запустить апгрейд лабы на 15 уровень. Она стоит 5 лямов. Ну ладно. В принципе, фиг с ним. Тогда сейчас будем что-нибудь другое апгрейдить. Тогда уже вечером запущу. Вон, давайте тогда торговый центр поставлю улучшаться. Да, тут всем выдали пакет плюс. Я, честно говоря, пропустил, за что его выдали. Ну, там что-то они... То ли она из беты перешла, хотя тут до сих пор бета записана, то ли что-то они там обновили. В общем, выдали пакет плюс, он уже висит где-то день. Короче, надолго его выдали, на 2 или на 3 дня его выдали. На 3, наверное. Вот, потому что он еще день будет висеть. И висит он уже, наверное, 1-1.5 дня. Ладно. Ну, и с пакетом плюс, конечно, проще развиваться. Я вот теперь понял, вот те, кто донатят пакет плюс, они, конечно, тащат, потому что ты можешь два здания одновременно улучшать. Вот у меня грейдится депо, да, и параллельно я могу вот эти мелкие прокачивать там. Ну, вот надо будет лабу запустить. Ну, на 5 миллионов соберу, все будет ништяк. Так, теперь, тут у нас в нашем Болкоте... Я смотрю, по бумаге все очень даже хорошо. И вот у меня по бумаге прибыль небольшая. Давайте, наверное, перекидываться. Ну, на муке, я смотрю, тоже все хорошо. К шелку или что это? К текстилю у меня не проложены пути. Ну, он, вот он. Ну, я не хочу прокладывать. Хотя, по-моему, я могу. Да, я могу, но я не хочу. Кстати, что касается путей, я тяну пути к вот этому городу. Вот, кстати, я уже дотянул, последний мне остался. Он очень дорогой, ну, раз уж я лабораторию буду грейдить уже вечером, тогда поставлю на грейд ее, тогда фиг с ним, 1 миллион я потрачу на этот путь, у меня еще 3 останется. Так, это такой момент. Теперь давайте поезда, тогда я все свои поезда перекину обратно на колбасу, только мы эту колбасу еще и будем... Соревнования городов плюс 194. Ну, мне кажется, пока такой баф есть, выгодно таскать как бы чистый, хотя 150... Соревнования городов... Да не, мне кажется, чистый продукт, не будем заморачиваться с довозом им скота. Кстати, скотоферма так-то наша, и колбаса наша. Слушайте, а что тут по инвестициям-то? Я смотрю, ребята инвестируют. Вот 3 ляма, офигеть, держат это. Ну, давайте, вот хорошая у нас ассоциация. Я смотрю, держат вот это. У нас вот эта дружественная ассоциация БТРов тоже наша. Тут он все держит, эту трубы. Прям вообще у нас монополия, мы этих уже вытеснили. А, получите. Рельса тащит. Так. Ладно, давайте тогда перекидывать поезда. Сейчас мы посмотрим, сколько
сколько будет приносить расчетно, если мы 6 вагонов тут загружаем и тут разгружаем. Ну, 28 тысяч, это, по-моему, больше чуть-чуть. А если все-таки не так, если все-таки вот 28 тысяч, да, а если мы делаем вот так и теперь вот так. О, 34, не, давайте все-таки таскать тогда с этими. Давайте таскать тогда с коровками, фиг с ним. Вот. Мне как бы поставки, я просто думал, пока такой бонус, а тут бонуса нет, выгодно таскать будет просто чистый. Ну да, тридцатку нормально. Кстати, а этот у меня улучшенный? Ты улучшенный? А что-то он, по-моему, меньше. А ну-ка, маршрут. У этого 34 тысячи, а у этого 30 тысяч. А почему? У тебя везде по 6? Но, видимо, у него состояние похуже, да? Я этот позже купил. Да, у этого 94, а у этого 78. Сейчас мы все поезда починим, в принципе. Так, ладно, давайте тогда поехали маршруты. Сейчас всем я проложу такого же... таким же методом. А сколько эти? То 32 тысячи. Здорово. Подтвердить. Так, это у нас вот этот с бумаги. Так, теперь маршрут... удалить. А, стоп, а у меня же пакет плюс есть. Я же могу, пока у меня действует пакет плюс, щелкнуть и всем эти маршруты. А ну-ка. Во! Так, эти и так возят. Во! Блин, пакет плюс хорошая тема. Не хватает вагонов, но 280 мы купим. Да, с пакетом плюс играть, конечно, веселее. Чисто, да, купил, и все, все вышли уже на маршрут. Так, а вот теперь по пассажирам. Тут у нас что? Тут у нас в красной зоне, кстати, пассажиры. А варчвили как? Варчвили в зеленый. А вот в этом городе. Эх, блин, и в этом в зеленой, жалко. Если бы тут были в красной, было бы... Ну ладно, мы потом посмотрим. По-моему, чем дальше город от города, тем там что-то больше за них платят. Вот, плюс там еще идет бонус за загруженность маршрута. Я сомневаюсь, что оттуда кто-то таскает в Болкот. Вот, хотя, может, и таскает. А ну, давайте посмотрим, кто там куда таскает. Кто тут лидер по пассажирам? Да, а ну-ка, показать поезда. Как ты таскаешь-то? Не, ну у него, кстати, дорога вот идет как... А, ну к Болкоту не идет. То есть вот он в Арчвиль таскает. Да, в Болкот вряд ли кто-то таскает. Поэтому все нормально. Мы будем первые, кто будет таскать. Ну, может, не первые, конечно. Ну, в общем, из этого Кимтауна будем таскать в Болкот пассажиров. И еще не стоит забывать, что у нас есть варианты с Кимтауна таскать и в... Вот сюда, в общем. А, кстати, вот тут в красной зоне пассажиры. А это знаете, что значит? А это значит, что тут выгоднее. А ну-ка, жирафчики. А ну-ка, давайте-ка рассчитаем маршрут. Вот сейчас у меня доход в час 65 тысяч. Шикарно. Только что-то у меня нифига не 65 тысяч. А ты у нас где? В Болкоте. Ну, из Болкота в Арчвиль. Ладно, хорошо, допустим. Давайте мы сейчас уберем маршрут и давайте рассчитаем, в Болкоте ты грузишься. Как он там, 65 тысяч? Потом едешь к Ромсе. В Ромсе ты выгружаешься, загружаешься. И едешь обратно в Болкот. 50 тысяч. Да не, нифига не выгодно. Блин, а я вот это не понимаю, вот этого юмора. Почему здесь написано 65 тысяч, а он возит 30, а вот у тебя сколько? А, у тебя вообще... А, вот 64 тысячи. Может, это из-за того, что у них состояние плохое? Давайте мы их отремонтируем все. Да, я... Ой, не маршрут, а... А вот, кстати, в пакете плюс там нету это самое, ремонт всех поездов сразу. Никакого-то такого этого бонуса. Да, видимо, нет. Так, ну ладно. Ладно, сейчас отремонтируем, пусть таскают. Да, наверное, это из-за того, что как раз 40 тысяч, у меня на 30% они меньше, поэтому они 60 вполне могут вывозить. Так, ну тебя 94% я ремонтировать не буду.
Но вот эти, блин, 44 косаря, 78. Да ладно, эти я вечером отремонтирую поезда. Вот, фиг с ними, потому что они еще нормальные. Вообще ремонтировать вроде бы советуют на 70% там оптимально. Вот, то есть, ну там 65, нормально. Вот. Так, что у нас? Маршрут тут построился. 5-4-3-2-1-0. А давайте теперь проверим сразу жирафчик. А ну-ка, еще раз проверим, сколько у тебя... Вот ты сейчас 78 тысяч, это ты таскаешь в ромсе, да? Я не знаю, откуда у них такие цифры, но давайте чисто вот в болкот, да? Из болкота в Кемптаун. В Кемптауне загрузился. Что-то такое вообще 5000. Какая-то трэш вообще. Тут выгрузился. 50 тысяч. Блин, я не понимаю прикола пассажирских перевозок. Вроде как мне говорили, что чем дальше ты город цепляешь, тем больше в час тебе привозят жирафы. Сейчас я что-то смотрю, нифига, они таскают у меня к ближайшему городу. Причем, который, кстати, в зеленой зоне. Вот. Тут вон есть город Ромси в красной зоне. И что-то тут меньше, извините, меньше денег, чем это. Кстати, а чтобы посмотреть оптимально, можно в перевозку пассажиров глянуть, зайти и вот посмотреть. Вот в Кемптаун действительно платят больше всего. Базовая цена соревнования городов 50. В Кемптауне платят больше всего, но за счет того, что далеко ехать, они как бы, ну, в общем, то на то и выходит, да? А теперь пассажиры из, да? А вот если я из Ромси буду возить, вот я вывожу из Арчвилля, это очень рядышком, видите, и тут... Из Арчвилля, короче, ну, гораздо выгоднее, потому что до Ромси дальше им гораздо ехать. А платят меньше, потому что загруженность маршрута. Хотя тут соревнования городов, а что тут так мало платят? Базовая цена 30, базовая цена 25. А, не знаю, ну, в общем, как-то так. Могли бы и побольше давать, он же все-таки дальше этот город. Теперь отправление. Отправлять я могу, вот действительно, в Ромси, если я отправляю, то больше всего денег я там получаю, но видите как. В Арчвилле я получаю на 8 меньше денежков, но зато, ну да, получается вот это самый оптимальный маршрут. Блин, походу он и будет. Ну, можно единственное на морозе попробовать, ну, мне кажется, это уже оно того не стоит. То есть я вот протянул, какой там следующий город, давайте посмотрим. Если я протяну рельсы свои, допустим, ну вот есть два варианта, да, ну раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот в этот Хьюстон, блин. Да ну, мне кажется, уже не надо, это я кучу денег потрачу. Ну, может быть, потом, в следующей эпохе мы и протянем. Ну, я просто к чему, мне лучше, наверное, вот следующий грейд моего депо. Кстати, а у меня что-нибудь грейд? А, 4 часа. То я, наверное, загрейжу депо, но я сначала загрейжу лабу, а потом депо. Ну, в принципе, депо 1 700 000 стоит, не так много. Вот, да ё-моё. В общем, апгрейд вот этого рельсового завода я лучше пущу на пути, которые... Пипец. Сейчас там пацаны дырку просверлят. Тут отопление делают на этой, на студии у меня. Короче, я следующее депо пущу на апгрейд, ну, на прокладку путей вот здесь вот, там, к шелку, к сапогам, там, может быть, еще к чему-то. Ну, потому что сейчас эти товары, они еще не нужны, но я уверен, что в будущем эти товары обязательно... Ну, в общем, нам пригодятся. Сейчас вот тут нам мука, там, текстиль и так далее. Но тот же текстиль, у меня к ним дороги нет. А неплохо бы иметь.
Ладно, давайте я на этом выпуск закончу, потому что, ну, невозможно, но не выпустить выпуск я сегодня не могу, потому что я и так уже несколько дней его не выпускал. В общем, всем большущее спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. Те, кто хотят тоже начать играть в Rail Nation, ссылку на игру я оставляю в описании. Если интересно, welcome. Конечно, со мной вы не попадете, потому что у меня уже третья эпоха, но можете потренироваться. Всего этих эпох, насколько я помню, 6. Да, их 6. И как бы через 3 эпохи я, ну, моя игра закончится, я начну обязательно второй сезон. И на второй сезон у меня далеко идущие планы стартануть уже такой мощной кооперацией в каком-нибудь городе. Ну, я имею в виду мощь союзом ассоциаций нескольких, поделить ресурсы и, в общем, оперативно попробовать влезть. Ну, там, может, не то что в топ, да, там какой-то, но хорошо показать себя. Вот, то есть, ну, может, в топ-100 влезть, да, то есть, хотелось бы. Вот, так что, welcome, если хотите. Все, всем большущее еще раз спасибо, с вами был Шашлык.